Русский мастер пейзажной живописи Федор Матвеев родился в 1758 году в семье солдата лейб-гвардии Измайловского полка. В 6 лет его отправили в училище при Академии художеств, а затем он продолжил обучение у Семена Щедрина, крупного русского пейзажиста 18 века. В 1779 году Матвеев с блеском закончил Академию, получив большую золотую медаль. Она обеспечила ему оплаченную государством поездку в Италию, из которой художник впоследствии так и не вернулся. В 1807 году Матвееву пожаловали почетное звание академика живописи за полотно «Вид Неаполя от подножия Пазилиппо». Его искусство пользовалось признанием не только в России. В 1813 году художника избрали членом Академии Святого Луки в Риме. Знаменитый русский пейзажист Сильвестр Щедрин, который бывал в римской студии Матвеева, восхищался его живописью, отмечая легкость кисти и необычайно внимательную передачу натуры. Академические пейзажи в то время часто называли видами. Они создавались таким образом, что изображение походило на театральную постановку с обязательными кулисами по бокам в виде растений или построек, а также с делением на ближний, средний и задний планы. В соответствии с этим правилом написанный вид в Италии, который Матвеев завершил в 1805 году. Строгие каноны классицизма, воплощенные в этом пейзаже, не выглядят академически сухими. Их смягчает асимметричная композиция, которая решена с помощью плавной перемены планов, связанных между собой извилистыми водными потоками и горными дорожками. На переднем плане композицию уравновешивают деревья, которые также играют роль кулис. По узким тропинкам ходят путешественники. Они держат дорогу к вилле, которая изображена по центру второго плана. В 2008 году искусствоведы установили, что на этой картине изображена знаменитая вилла Десте, одна из самых совершенных итальянских вилл XVI века, которая находится в городе Тиволи неподалеку от Рима. Судя по сургучным печатям на обороте подрамника, в начале XIX века этот пейзаж принадлежал графу Юрию Головкину, русскому послу в Австрии и действительному тайному советнику.